Здравствуйте, дорогие мои друзья! Вы на канале Energy Gaming TV, меня зовут Игорь. И мы продолжаем с вами прохождение игры Sundered, или Sundered, как там правильно произнести. Что ж, я немножечко походил по лока... Да что ты будешь делать? Походил по лок... Ты издеваешься? Давай сюда. Походил по локации, немножко пофармил, немножко поизучал, по старым локациям полазил, так сказать, долги позакрывал. Так, сейчас, секундочку, я покажу. А, здесь я не могу снять, да? Ладно, тогда давай сначала прокачаемся. Не так много, конечно, я нафармил. Вот. Но все же. Так, давайте для начала... Стой, стой, стой. Подожди, сядь. Так. Для начала здесь. Здесь я бонус уже давно прокачал. Так. Дальше, получается, я также хочу уйти пока в силу немножко. Немного в силу уйти. Ну и надо снова здоровье поднимать. Мы, соответственно, можем здесь пойти на урон. И также здоровье. Получается, у нас также еще и можно качать пушку. Причем, скорее всего, нужно. У нее, как можете видеть, справа снизу, вот эта синяя полоска, это ее заряды. Соответственно, они кончаются. Урон критического удара повышает урон критического удара какого-то. Броня снижает так. Повышает урон от пушки. Кстати, у пушки урон просто, на самом деле, нереально жесткий. Она нереально гнет. Поэтому, если ее прокачать, я думаю, она вообще там будет просто раздирать нафиг всех напрочь. Повышает урон от пушки на 30%. Блин, ну давайте мы сначала все-таки уделим внимание здоровью и еще немножко броне и силе. Все-таки основное наше орудие — это наш меч, наша ближняя атака. Поэтому будем в нее ходить. Удача повышает шанс найти осколки и другие предметы. Кстати, очень тоже полезная штука. Так, ну мы можем либо через щит пойти, да? Давайте, наверное, все-таки через щит. Тем более здесь мы открываем вот это восстановление щита. Щит за... Все, щит получается намного быстрее восстанавливается. Броня. Идем броню. Здоровье открыли, да? Чпоньк. Все. Здоровье у нас есть. Здесь можем пойти на урон. Да, давайте на урон. И потом замкнем все это дело удачей. И здесь у нас, получается, останется здоровье. Повышает максимальное здоровье. Давайте вот тут, получается, все откроем. Так, здесь у нас получается броня, снижает получаемую... Еще удача. Можно, в принципе, вот это увидеть развитие, открыть. И потом идти качнуть пушку. Здесь что у меня? Здесь у меня новых... Так, подожди. Щит преобразователь. Первый ранг. Преимущество 40% от максимального здоровья превращается в очки... характеристики щита. Недостатки у всего максимального здоровья снижается до 1. Ух ты, блин. Не, что-то мне это... Так, ладно. В принципе, меня пока устраивает все, что у меня стоит, поэтому я ничего менять не буду. Ну и уже встретимся с вами на локации. Ну и что ж, друзья, вот, собственно, давайте посмотрим, где я что наисследовал. Получается, я хочу сходить с вами, знаете, куда. Получается, я был в этой вот локации. Здесь, видите, еще один выход. Там меня, правда, не дали дальше, по-моему, пройти, если я не ошибаюсь. Да-да-да, мне там не дали, меня там убили. Снизу у нас замок, получается. Здесь снизу я тоже был. Там он еще один ход, там мне тоже не дали дойти, пришлось отступить, там слишком много было врагов, пришлось уйти, но я там тоже видел ход. Потом также вход к боссу я так и не нашел, получается, нужно, вот, единственное, только куда, где замочек, только через него входить. И у нас, получается, есть новое место, куда можем сходить. Вот эти, где желтые замочки подсвечены, это и есть, собственно, те места, где можем использовать нашу пуху. То бишь, соответственно, мы можем попасть к нашему мини-боссу. И можем пойти вот в эту новую локацию. Но сначала я хочу сходить к мини-боссу. Надо начинать серию с испытания. Там мы встретимся. Ну что, друзья, собственно, я и пришел. Так, вон у нас наш замочек. Наш какого, генератор ли. Оп, который нужно запустить. Также при выстреле тратится еще и наша выносливость. Ну, понятное дело, пушка большая. Когда стреляешь, она так откидывает, не слабо. Так, смертельная троица. Это телохранители. Немногие выживали после их нападения. Окей. Воу. Воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Воу-воу-воу. Ни хрена себе, вы тут заросли пустили. Девочки, вы чего? Так. Ага. Ух ты. Тихо, блин, щит они быстро сбивают. Тихо, тихо, тихо. Так, ну давай.
На, зайка моя. Блин, тихо. Да что-то. Так, пока здоровье не буду тратить. Есть! Одну убрали. Путь! 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 Успокойся, 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 девочка! Или кто ты? Что ты вообще такое? На! Это моя самая... Кстати, ну-ка! Держи подачу! Кстати, не... неплохо, неплохо так. Так, стой, пора хиляться. Время хиляться. Так, ну я не буду пока другую бить, будем работать только по одной. Давай еще, на! Слушай, пушки нормально так долбят. Мне нравится. Только вот они броню мою сносят. Зараза. Тихо, отходим, 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 отходим. Не злоупотребляем гостеприимством этих боссов. Точнее, правильно сказать, мини-боссов. Не стоит их преувеличивать, их возможности и... Блин! На! Уу! Тихо, 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 тихо. Все, минус вторая. У меня нет хилок, правда, но мы ничего, будем аккуратничать. Я думаю, если уже с двумя справились, то есть одну... О, уже справимся. Да? Красотка. Что-то такое. Там, кстати, какие-то лица, кстати, внутри есть. Многоликая жижа. Так, ну-ка, оп. Не-не, я уже пока не собираюсь. На! Слушайте, а неплохая тактика, мы ее сейчас так и задолбим. Она немножко успокаивается, мы спокойненько поднимаемся. Едем на лифт и на тебе. Оп. И уходим вверх. А, любезно, кстати, еще и вверх откидывает. На! Оп. А мы, кстати, можем еще и из пушки дать. А, нет, все, у нас кончились, так сказать, наши зарядики. Ну, ничего страшного. На! Так, отходим. Отходим. Все. Не, это изичный мини-босс. Даже прошлый то был сложнее. У прошлого были соратники. Не, у этой тоже, конечно, их как бы трое, троица и все такое, но все равно они плюшевые. Тебе удалось меня впечатлить, Эш. Осколки древних стоят дороже любых денег. Отлично. Принеси осколки святилища способностей. И постигни истинный масштаб моих сил. Все, да? Ух ты, смотри-ка. Слушай, Саня, а что это так загорается фиолетовым, а? Слушай, давай сходим. Кстати, если что, перенестись еще можно вот. В менюшке я как-то этот момент не заметил. А оказывается, тут есть еще можно через менюшку перенестись. Но ничего страшного, мы сейчас сначала дойдем. Посмотрим, что это за... Почему наше место способности, почему оно подсвечивается фиолетовым. Что это значит вообще? Так, секунду. Ага, ну ладно. Я ж подумал, как мне отсюда выбираться. Заперли, замуровали демоны. Так, а тут что у нас? Ну тут я, получается, был, да, с этой стороны был, там босс закрыт был с обоих сторон. Все, окей. Значит, просто идем наверх. Ну, такой босс себе, не знаю, это, по-моему, самый пока простой мой босс из всех, с которыми я дрался. Ну, серьезно. Вообще не составил никаких проблем, даже меня ни разу не унизил, это было не испытание. Ну, я рад, что иногда игра хотя бы дает передохнуть. Если бы он меня сейчас тут раздирал бы пердокольник мой на маленькие кусочки, я думаю, я бы вряд ли был бы. Ну, хотя нет, с другой стороны, я бы зато это испытание было. Ну, ничего страшного, нас еще впереди ждет запертый босс, который как-то закрылся от нас, вообще не знаю как. Так, смотрите, что здесь. Что за фигня? Эти святилища, твой маяк надежды. О, как тут все. И искали желающие способности Валькирии с помощью осколка древних. И раскрой свой истинный потенциал. Шмяк. Так. Какая-то новая способность будет? Что-то мне не нравится, что такой темный цвет. Щит Мигу! Может, люди им никогда не повстичь истинные силы? Что-то я... Отражает урон. Ух ты, смотри, у меня щит реально стал какой-то теперь прям вообще вукит. Блин, мне нужны подопытные. Давайте, ребята, идите, бейте меня. Бейте меня, я хочу проверить,
на что я способен. Так, ну получается, нам, наверное, пока святилище не надо, мы осколок уже использовали. Давайте как сейчас пойдем здесь. Вот у нас тут есть... Так, у нас есть... А, нет. Нам придется, наверное, вернуться в убежище, потому что у нас нету заряда, нет припасов, да. Ладно, давайте тогда вернемся. Так. Придется вернуться. Жаль, конечно, блин, я бы сейчас... Пошел бы вниз. Ну, ничего страшного, сейчас быстренько потратим наши... Так. Потратим наши монетютки, монетютечки. И что мы тут можем... Что мы тут? Так, мы вот это качали. Урончик, давай, урончик. Отличненько. И у нас получается... Так, давай, наверное, тут здоровье повысим. Их не хватает, уже 400, уже стоит 400, смотрите, у нас расценки повышаются. Ну, понятное дело, мы, если бы все стоило как раньше, это было бы слишком просто, мы бы тогда прокачивались адово, потому что с наших-то оппонентов мы получаем больше. Соответственно, и, ну, расходы увеличиваются, так сказать, запросы тоже становятся больше. Так, правильно иду, да? Да. Потом у нас вот еще там ход. Кстати, я туда, по-моему, тоже ходил, но не помню, что там было, блин. И желтых замок. Кстати, ходил вот это, где этот огонь, там ничего не изменилось, там ничего интересного. Получается, у нас есть два каких-то выхода куда-то. Но это на новые локации. Тоже, я так понимаю. Вот. Противники на этих локациях, они мне уже никакой проблемы не составляют. Они умирают буквально с первого раза. Кстати, вебку я, ребята, отключил, потому что тупо очень-очень-очень у меня свет на улице ярко светит. Вроде солнца нет, тучно, но при этом очень-очень как-то яркий свет. И даже когда я включаю в квартире свет, его все равно, ну, как бы не видно. Вот, поэтому решил сегодня без вебки. До вечера ждать не хочу, потому что так и так серия задержалась. Вчера из-за установления снайпера этого, блин, очень долго прождал времени. Вот, а, к сожалению, игра... При установке игры почему-то очень сильно фризило, поэтому, ну, пришлось... Потому что надо... Почему? Потому что нагрузка на процессор, на оперативу там подросла. Ну да ладно, вот. О, здорово, подопытный. Так, не, подожди, надо было им дать меня ударить. Я хочу проверить, что это вообще щит. Он мне сильно даст прирост вообще как-то? Типа брони там, все дела. Так, ладушки, пошли налево, направо точнее. О! О, смотри, мы уже эти вкусняшки с одного удара забираем. Отлично. Практично, уже удобно. Так, что-то все какое-то фиолетовое становится. Походу, это новая локация, да? Так, да. Ну-ка, да не в ту сторону. Блин, снаряд потратил только зазря. Вот так вот. Жалко только, надо как-то их найти место, где они восстанавливаются, эти заряды-то, они же тратятся. Или они, скорее всего, может быть, падают, опять же, также падают с оппонента. Так, у нас, получается, можно пойти вниз, можно пойти направо. Давайте сходим направо сначала. Так. И посмотрим, что здесь наверху. А, здесь тупик. Ничего тут интересного, жаль. Так, сигнал был какой-то. Опа! Это я удачно зашел. Да-да-да, вот они, эти синенькие кристальчики, тоже с них падают. И получается, вот они у нас, эти осколки, и восстанавливают нам, соответственно, заряды в пушке. Ясно, понятно. Так. О, привет, охотники! Что, как охотиться, а? Там еще что ли есть? Воу-воу-воу, ребят, воу-воу. Там вас много. Пой, ты что тут за салюты такие? О, ни хрена себе вас тут. Так, хорошо. Они даже по мне попасть не смогли. Ну ладно, не будем зазнаваться, потому что я уже знаю, что в этой игре только стоит зазнаться, и сразу тебя сразу моментально игра просто ставит на место. Она тебе сразу подсказывает, что типа, чувачок, ты тут давай это, не выпендривайся, мы тебя быстро тут сейчас на место поставим. Поэтому я выпендриваться не буду. Так, ну-ка. Держи. Бум. Как тебе моя пушка, а? Да, моя пушка пострашнее, вон и. Сейчас мои персики, я ком. Ой-ой-ой, что-то я сейчас немножко здесь... Опрометчиво поступил. Тихо.
Так, ну, щит, по-моему, держит намного лучше. Не знаю. Ну, блин, здесь должен быть где-то главный. Посмотри, сколько их тут вообще. Это посмотри. Он, по-моему, еще, кстати, по массе дает, когда его разбивают. Он еще, типа, урон наносит. Блин, ребята, у вас что-то тут реально... Вау! У вас что-то тут реально много. Тихо, 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 ребятки, тихо, спокойно. Нате. Блин, вас вообще тут можно убить как-то? Или вы тут вообще безлимитные? Я не понимаю. Ой, стой, не убил. Не, по-моему, надо где-то искать главного. Походу, тут у этого праздника жизни должен быть где-то главарь. Что они появляются снова и снова, да? Так, ладно. Лови меня! Так. Не, давай сначала избавимся, потом уже будем исследовать, потому что ну это что-то неадекватное происходит. Нате, пацаны. Не, ну синего луча нигде нету, который как бы показывал нам, что здесь где-то главарь. Не, ну так мне не нравится. Это что такое? Что, как мне исследовать, если тут в меня постоянно палят? Ой. Причем очень-очень-очень много палят, я бы сказал. Не, ну, конечно, мне не составляет труда под этими всеми лучами гулять, но... Ой! Знаете, как-то... О! Как-то не очень. Хотя, с другой стороны, зато с них можно фармить. Смотри, они тут же появляются, все, ну это же... Так, тихо. Тихо, тихо, ребята, тихо! Что же у вас так много-то, а? Ну, серьезно. Блин. Так, ну это мы назад вернулись. Ю-у-у, нифига себе, у вас тут много-то как! По-моему, они не кончаются. Они не кончаются, они снова появляются. И все, блин. Ладно, ищем выключатель этих охотников. Где-то должен быть. Где-то он должен быть, по-любому. Ух, нифига вас там. Не, ну... Ай. Фармить ТСВС тоже я могу не слабо, поэтому я не буду упускать себе возможность. Пацаны, ловите! Плюху в лицо вам. Вот так вот. Вот так вот. Так, тихо, 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 тихо. Ой, я там что-то нашел. Я что-то нашел, там видел, что-то, по-моему, секреточка. Тихо, 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 ребята. Так, вопрос на засыпку, как... Блин, самим только... Вопрос, как это... Блин. Как этой секретке попасть? Так. Пацаны, вы не думайте, я про вас не забыл. Тихо, 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 тихо. Как мне туда попасть? Слушай, ну смотри, главное они появляются. И они не исчезают, они постоянно тут есть. Блин, это... Так, слушай, а как туда попасть-то реально? Слушай, там никак не попадешь туда. А! Я знаю, как туда попасть. Точнее, я знаю, как эту штуку разбить. Сейчас. Сейчас, блин. Только мне надо как-то время, а мне эти парни времени не дают. Они меня колотят. Так, ну-ка. Тихо. Тихо, 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 ребятки, тихо, 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 тихо. Оп. Все, уходим отсюда. Я понял, в общем, здесь с ними драться. Бесполезняк. Блин, это зона для фарм, ребят, серьезно. Это зона для фарма. Тупо бить их и бить, пока не убьют. Ой. Кстати, о смерти. Возможно, меня убьют очень скоро. Ну, как-то они должны прекратиться. У-у-у. Так, стоп, Эндра. Блин, я даже туда... Здесь я не был. Идем сюда. Нате! О! Ребята, нам тут немножко помешали. Так, там что-то есть, там что-то есть. Я не помню, что это, но сейчас мы посмотрим. Это у нас эта штучка. Стойкий характер.
Бонус получен. Офигеть, стойкий характер. Мне, пожалуйста, можно массажиста для рук? У меня руки устали. Кстати, сами они успокоились. Ниже мы не пройдем. Так, все, получается, эту локацию мы почти исследовали. Мы сейчас должны открыть проход вот отсюда и выйти наверх, да? То бишь, получается, это у нас сквозная локация. Но, блин, ребятки, это прямо... Можно сюда просто тупо идти и фармить. Просто идти и фармить. Золотишко. Вот. В принципе, они несложные. Ну, стреляют себе, стреляют. С нашим новым щитом. Это вообще как бы не проблема, по-моему. Так. Оп. Ага. Ну, давай посмотрим, что здесь есть. Я эту локацию уже исследовал. Точно знаю, но... Ну, мало ли. Как бы исследовал, не исследовал, а... Ну, как бы появляются какие-то новые фишечки. Так. Давайте хилочку остановим. Оу. Понеслась жара по трубам. Тихо. И здесь они меня в покое не оставили. Сами тоже. Тоже лезут. Так, я даже надеюсь, у вас... Ну, нет, тут поменьше, конечно. Так, ребятки. Сейчас, подожди, лучики кончатся. Ну, а ты мой хороший. Опа. Не попал. И опять не попадешь. Ваша судьба, господа, мазать по жизни. Так. Что у нас получается? А, ну давайте, может быть, до верхнего этого дойдем. Хода, если меня не завалят сейчас. Это что такое? Это что такое за фиолетовые тени? Ребята, это кто? Что за призраки? Умирает он с одного удара. О, привет, пацан! Как дела? Оп. Оп. Да, ребята, вы уже прям плюшевые. Сейчас я пожалею за свои слова, я чувствую. Я чувствую, сейчас мне покажут плюшевый мир. Плюшевый рай. О, этот ящик, я помню, я его разбивал. Слушай, прикольно, они снова появляются. О, кстати, смотрите, прикол. Пу! Ну, в смысле, не то, что я улечу. Таким вот образом мы сразу просто зачищаем сразу всю локацию. Хилочки, махилочки, все вообще, все разбивается. Круто. И кристальчик восстановили. Отлично. Очень удобно, когда по прямой так шмякнул, и все. Ну, здесь уж я не буду. А, ну это мы, я понял, куда вышли, да. Вот здесь мы можем, кстати... Ладно, не буду. Не буду тратить. Нам, получается, надо наверх. Оп. Блин. Так, стой, у нас там кристаллы были где-то. Сразу остановим. Оп. Лей, халалей. Ой. Блин, а мне не тут надо было. Это не моя дверь, простите. Я не туда хотел зайти. Вот, вот моя дверь. Знаешь, наверх надо точно. Туда мне уже не надо. Интересно, кстати, а если бы я пошел вот сюда, допустим, этот святилище способностей, здесь у меня была бы другая способность, или бы я все равно бы везде щит бы открыл, а? Как вы думаете, друзья? Мне кажется, скорее всего, может быть и разное. Кто знает. Сейчас я здесь главный ящик только заберу, и все, и пойдем. Как раз пока там калиточка открывается, мы сюда сходим. Это я прям вовремя, Саника. Ну-ка, давай-ка. Ой. Офигеть, блин, слушай, пуха просто огонь, реально. Костер, я бы сказал. Пламя. Кстати, здесь сейчас, возможно, появится этот желтый такой микро-мини-босс. Микро-мини. Так, сейчас нам... А, слушай, нам вниз надо. Вниз налево и вот туда налево. Так. Сюда. Да, здесь ничего. Да что ты? Ну ладно, давай, через здесь пройдем, не беда. Мы люди гордые. Не гордые, простые, так, тихо. О. Да вы, ребята, вообще. Вы вообще не очень. Давайте, поднимайтесь сюда. Не? Все? Все, что ли, сдулись? А, тут не подняться. Блин. Да ё-моё. Ну идите сюда, идите, я вас поубиваю. Так и быть уж. Уговорили. Не беда.
Ладно, поехали на лифте. Слушай, а там подъем где-то. А где он? Надо до самого верха, наверное, подняться. А, ну вот он, да. Вот, а то я уже где-то там в другом месте ищу, непонятно. Так. Что-то у меня плохое предчувствие здесь. Просто я уже знаю, что здесь может быть. Да, вот, понеслась. Понеслась. Я просто знаю, что здесь может быть засада. Вот она. И походу вот она сейчас и есть. Сейчас должен появиться желтый. Ребят, блин, не попал. Попал! Смотри, просто половину хп ему нафиг снес. Блин, надо эту пуху качать. На урон ее надо просто прокачивать. Так, ребятки, ребятки. Ждем желтого. Сейчас должен появиться желтый. Я вам отвечаю. Нет? Странно. Это как бы странно, конечно. Ну да ладно. Скучать не буду, плакать и грустить тоже. Слушай, смотри, эти какие-то тени еще появляются. Что это за тени вообще? Это типа побочный эффект нашего. Смотрите, здесь получается у всего, если, допустим, ты что-то получаешь, какой-то бонус, да? Допустим, какую-то возможность, то тебе сразу просто дают анти, то бишь, получается, какая-то противоположность этой возможности, то бишь, ну, какие-то сложности, какие-то минусы. Но это, конечно, эти минусы, эти призраки, они пока что меня как-то не особо напрягают. Но если при большом количестве они еще будут, то бишь, они, получается, дублируются, да? То это, конечно, будет жестко. Так, проход к сбору. Окей. Динь-динь-динь. Это не обращайте телефона. Не обращайте внимания, это мой телефон. Бздит. Так, слушай. А я тут пройти не могу. А наверх, кстати, пуха не стреляет, а жаль. Слушай, а я тут не пройду, что ли? Вообще никак. Сейчас попробую ударить. Да не то нажал, блин, сейчас я снаряд потрачу. Не. Окей, слушай. Ну вообще пока, ну это выход. Ну смотри, смотри, на этом выходе прямо идет концентрация, а в этот нас не ведет. Не вело, я сам его нашел. Ладно, тогда давайте сейчас до тут дойду и там уже продолжим. Ну что ж, друзья, я пока двигался к своей цели, пережил одну засаду. Вторую, к сожалению, не пережил. Ну и давайте, я решил включиться и прокачаться. Давайте посмотрим, что у нас здесь появилось. У нас здесь появились какие-то три новые штучки. Давайте поизучаем. Берсек, первый ранг. Так, преимущество. Победа над врагом дает растущий бонус 8% к урону. Увеличивается в течение 5 атак. Снижает характеристики брони на 12. Так, ясно. И преимущество уменьшает отдачу пушки и урон от окружающей среды на 30%. Ой. Недостатков нету. Ух ты. Уменьшает отдачу пушки и урон от окружающей среды. Ну ладно, пока подождем. Так, поглощающий щит максимальных щита восстанавливает после каждого убийства. Увеличивает время простой щита на 1 секунду. Слушай, это вообще так-то хорошая штука. У нас, получается, сейчас стоят с вами вот это вот, повышая шанс нанести критический удар. И получается вот это, да? Повышает урон рукопашной атаки. Блин, ну хотя нет, это, наверное, все-таки я оставлю. Мне это больше полезно. Так, ну и давайте здесь докачаем. Так. И вот так, все. Здесь пока я тогда оставлю. Я все-таки хочу качнуть себе пушечку. Урон критического удара повышает урон критического удара. Так, здесь у нас повышает урон от пушки. Давай. У нас еще есть, да? Да. Прокачаем. Так, здоровье. Ага, так. Щит, воля повышает урон от пушки. Так, давай, наверное, туда так и пойдем. Я просто хочу пушку улучшить. Ну и все, у нас пока больше не хватает. Улучшим пушку, а потом пойдем вот сюда. Вот здесь урон прокачаем. И все, пока как-то так будет у нас выглядеть. Ну и давайте все-таки глянем, что у нас на той локации, сможем ли мы на нее пройти вообще. Так, друзья, ну что ж, я двигаюсь в сторону непосредственно нашей зоны необходимой. Посмотрим, что там будет. И решил включиться здесь уже. Пока никаких сложностей особо не было. Так, немножечко. Кстати, вот на щит тоже, что мы улучшили, он, получается, взрывается никогда. О, как здесь мы где-то что-то можем активировать. Так, вижу, замок желтый. Он активирует, он взрывается не когда у нас, допустим, он кончается, нет, а он на какие-то определенные этапы. И поэтому он у нас, ну и получается, ну, наносит урон противникам. Очень, кстати, прикольная штука.
Вот эти противники, которые начальном уровне, они просто лопаются вместе с щитом. Ну, как бы с одной его волной взрывной. В общем, достаточно жесткий такой удар по врагам, особенно низкого уровня. Ну, ничего. Так. Но при этом все равно противники пока нас продолжают также побеждать. Хотя у меня уже куча здоровья, но мы еще потом щит прокачаем. Ну, понятное дело, что в любом случае это не делает нас бессмертным. Но мы уже не такие няшные, как в начале. Нас тоже... С нами тоже нужно считаться, иначе мы... Опа. Иначе мы ого-го как покажем. Блин, там вниз можно пойти, вверх. Так, ну давай сейчас, наверное, мы здесь посмотрим, что здесь есть. Вот эти, которые тени, они, блин, к сожалению, вообще мне ничего не дают. Так. Ну, они убивают с одного раза, но... от них урон тоже идет полноценный. Ну, видите, бам, и сразу взорвался. Нарвался на щит. При том, что щит у меня даже не кончился. Ладно, давай посмотрим, что здесь наверху. Это будет дальше проход или... Тупик. Нет, дальше проход. Так, сигнал пошел, скорее сейчас волна будет еще одна. Ничего страшного. Мы уже с ней справляемся более-менее. Посмотрим, как сейчас будет. Так, что здесь будет? У них главарь нет. Как главаря нету. А, вот он. Стой. Стой, 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 стой. Не понял. А чё пушка не стреляет? Держи. Держи. Я хоть по нему попадаю? Не, вроде попадаю. Тихо, тихо, тихо. Хиляемся. Так, тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно. Я его, кстати, убил, по-моему, да, уже? Осталось только его... А, нет, он еще живой. Все, по-моему, убил. Я не знаю, в этой каше тяжело определить, кого я там убил, кого нет. Они вроде пошли на убыль. Ну-ка, редиски разбежались в разные стороны. Блин, капец. Ладно, у нас скилочка выпала. Отлично. Фух. Ну, уже нам нормально, более-менее здоровья хватает. И щит тащит, так что... И урон, в принципе, позволяет. Нормально, нормально. Так, здесь секреток никаких нету? Нет. Получается, тогда вниз. Ну, давайте сначала вон там еще внизу лок... А, ну мы, слушай, это, по-моему, то же самое можем. По-моему, то же самое будет проход, только с другой стороны. Да, сейчас мы глянем. Надо уж исследовать локацию, прежде чем уходить с нее, да? Ой, больно. Может, здесь какие-то еще приколюшки есть? Да, ну и все, оттуда бы я, соответственно, спустился. Ладно, окей, я понял. Сомневаюсь, что это была безопасная дорога. В принципе, разницы особо я не вижу. Что там бобо, что здесь бы я вышел тоже, наверное, бобо было бы. В общем, везде бобо. Да здравствует мир бобо. Все, ну, надеюсь, сейчас я здесь смогу пройти, потому что если нет, то у меня будет небольшой ступор. Так. Так. Удача неоценимое улучшение. Ну что, друзья, мы куда-то переходим. Давайте посмотрим. Ну и что? Мы на новой локации. У нас здесь есть, ух ты, две святилища возможностей, способностей. И походу, мне кажется, одна из них будет точно, которая нам поможет попасть к боссу. Так, что это за вода? Ну-ка. Воу! Нас сразу прям моментально вниз притягивает. Но мне вообще-то кажется, что туда падать не стоит. Я не уверен, конечно, но... Но почему-то мне кажется, что не стоит. Уже какая-то здесь локация, блин, такая красная, как будто мы в аду оказались.
Воу, тихо, 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 вниз. А, слушай, а что внизу? Ай, колючки! Ох уж мое любопытство. Воу! Новые враги, ребятки. Так, ну-ка нафиг идите от... Что за горгули тут летают? Эй, ты, пятно грязи. Напоминает мне, знаете, персонажа из «Унесенные призраками», по-моему, так мультик называется. От одного мне персонажа оттуда напомнил, блин. Интересно, здесь есть где-нибудь хранилище, где бы я мог сохраниться? Просто неохота мне потом как-то начинать новую игру, знаете ли, с старого места. Так. Ты тут на мой огород-то, свой роток-то не открывай. Да что вас? Так. Какие-то зелененькие кристальчики. О. Что это? Я вижу, 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 вижу. Давай, открывайся. Хо-хо-хо, ребятки. Мы нашли с вами... будем называть его нашим святилищем. Не видно нифига, правда. Вот, отлично. Наш райский уголок. Это, кстати, оно самое есть. Просто мы открыли, видите, вход слева. Там еще у нас ход справа есть. Но ход справа у нас пока нам недоступен. Офигенно. Это классно. Давайте что-нибудь качнем. Что у нас там еще есть? Так, пуху мы качали, да? Пуху. Хватит, должно хватить. Оп. Эх, 2000 надо. Ладно, будем копить. И потом у нас будет вообще просто пуха нагибать. Здесь, кстати, еще можно на здоровье было бы. Кстати, здесь можно уйти, да? Слушай, да. Ну, блин, мне, в принципе, пока здоровье. Хотя, блин, что я говорю такое? Здоровья никогда мало не бывает. Чем больше здоровья, тем лучше. Мне надо, чтобы эта полоска вообще здоровья влево ушла. Вообще за экран. Ну что, друзья, давайте, пожалуй, этому сегодня нашу серию и приостановим. Серия получилась довольно-таки основательная. Сегодня был и босс, и новые локации. Так что в следующей серии посмотрим, что мы еще откроем новые возможности. Опять там мой телефон ругается на заднем фоне. Всем хорошего настроения, хорошего дня. С вами увидимся в следующих играх, и в этой в том числе. И играйте только в хорошие игры. Всем пока.